Владивосток, связующее звено России с Азией и Тихим океаном, ожидают перемены. Реализуя свой мощный скрытый потенциал, он станет воротами в Азию и Тихий океан. Владивосток – типичный для России красивый город с волнистой береговой линией. Его исторические части оправдывают название ближайшего к Азии европейского города. Мы предлагаем направление концепции развития с использованием опыта и ноу-хау, накопленных при решении проблем городской среды, с которыми сталкивалась Япония, чтобы превратить Владивосток в такой город, где будут сосредоточены люди, товары и информация. Японо-российское сотрудничество нацелено на будущий образ Владивостока с комфортной и удобной для жизни средой, развитым туризмом, реализующим очарование красивого городского пейзажа, бесперебойным транспортным и логистическим сообщением за счет улучшения кольцевых дорог, а также с эффективным использованием специфики свободного порта и на порядок усиленной функции города как ворот в Азию. Для этого вокруг вокзала Владивостока по модели японского транзитно-ориентированного проектирования намечено сформировать комплексный портово-железнодорожный терминал, возродить его как опорный пункт туризма и отдыха. Кроме того, мы будем развивать взаимодействие по улучшению состояния экологии в городе, используя японские технологии утилизации и сжигания отходов. А для обеспечения комфортной среды обитания будем работать над строительством деревянных жилых домов, сочетающим в себе российские лесные ресурсы с японской технологией строительства. Давайте же, обустраивая город с применением японских технологий и опыта, стремиться к тому, чтобы Владивосток совершил прорыв в качестве ворот в Азию.